Меня зовут Олег Бialiatski, я председатель правозащитного центра «Весна» Беларусь. Меня очень беспокоит та ситуация с правами человека и с невиданным уровнем репрессий, которые белорусские власти обрушили на гражданское общество в последние три месяца, начиная с 19 декабря 2010 года президентских выборов. В это время небывало жестоко преследуются представители гражданского общества, активисты политических партий, общественных организаций. Отдельно преследуются также правозащитники. В частности, моя организация, правозащитный центр «Весна», трижды на центральном офисе у нас происходили обыски. Пять раз обыски происходили в региональных отделениях. Изымается компьютерная техника, носители информации, представители центра вызываются на допросы. When you think of the Belarusian human rights movement, Олесь Бialiatski is probably the human rights defender. He's been one of the leaders of the Belarusian human rights movement ever since its inception back in the 80s. He is highly respected and recognized by colleagues both in the country and internationally. Вот эта атмосфера страха, которая сейчас активно распространяется органами власти, правоохранительными органами, силовыми структурами, она распространяется, ну, как бы с целью подавить общественную активность и гражданскую активность белорусских граждан и отвлечь внимание от тех фальсификаций, которые происходили на президентских выборах. Мы это связываем, конечно, с желанием властей заклеить рты правозащитникам, но такого не будет. A court in Belarus has sentenced a leading human rights activist to 4.5 years in prison for tax evasion in a case the EU has attacked as politically motivated. Olesь Bialiatski heads the country's best-known human rights group, which has campaigned for dozens of opposition activists prosecuted by the authorities. The judge told the court it was impossible to hand out a softer punishment. The prosecution based its case on information about bank accounts in Poland and Lithuania. Belarus has tough rules over financing non-government organizations, making help from abroad almost legally impossible. Yesterday, the EU called for Bialiatski to be freed and for the case to be dropped. When the bogus charges of tax evasion were brought against him in 2011, it was obviously clear that the charges were related to his human rights activities as the leader of the largest human rights organization in the country, the Human Rights Center Весна. На каждом суде были представители от правозащитного центра Весна. И я думаю, это тоже сказалось на том, что вот Олеся теперь посадили. Стараются как раз таким вот организациям препятствовать в их работе, чтобы населению никакая вообще помощь не оказывалась, чтобы не было куда обратиться, чтобы население боялось, чтобы было запугано. Мы убеждены в пользе необходимости нашей работы. 15-й год в стране кажется, что ничего не меняется к лучшему. И когда я слышу упреки без результативности нашей работы, дескать, год за годом одно и то же, репрессии, жертвы, конфискации, избиения, увольнения с работы, исключения из университетов, и что все становится все хуже и хуже, я всегда говорю своим коллегам, держитесь, упирайтесь, сколько у вас хватает сил, как можно активнее сопротивляйтесь этому нашествию насилия и лицемерия. Мы, белорусские правозащитники, уверенно ходим по нашей земле, мы убеждены в конечном результате того, что мы делаем. The trial which fell foul of even the Belarusian legislation was a clear signal of intimidation for the human rights community. Зразумела, што гэта жахлівыя рэчы абсалютна не надаюць мне спакою і надаюць большых перажыванняў уласна за Алеся. Зразумела, што я сама магу таксама дзесьці прагназаваць не самае лепшае развіццё падзей, якія могуць там скласціся уласна з ім. Ну, атрымліваецца, што страх з'яўляецца неад'емнай часткай жыцця. І як ад яго адрашыцца, цяжка сказаць, ты мусіш за тым жыць.
After the presidential elections in Belarus 2010, Alias Bialiatski was portrayed by the Belarusian government as the public enemy number one. That was only due to his commitment for human rights and democracy. Now there are alarming reports about the treatment of Alias and other prisoners. Я самого початку стараюсь это слово викреслить со своего ужитку. Особливо в дочинениях до Олеся. Надея и на обнадеивая, дает махчимость выдавать некие планы. И вельми немахчимо, по сути, бывает пережить крах этих всех планов. Тому. Even in prison, though, Alice remains an inspiration to many of us. He provides guidance and leadership and support in his letters from prison. At the same time, we need him here with us out of prison, and we need him on a daily basis. There are so many situations in which we'll say, oh, it would have been resolved so much easier were Alice with us. Help protect human rights defenders on the front line. Contribute at www.frontlinedefenders.org/donate. Thank you.